Так, ну давай с тобой посмотрим. Короткий топ-спин слева и дальний топ-спин слева. Так, бананчик. Чуть-чуть видишь, плохо на втором мяче ногами растешь. На нас, видишь, чуть-чуть движение, остаешься в ногах висеть. То есть нет движения ног на мяч. То есть, видишь, вперед нету. Да. Рука очень хорошо ходит. Видишь, тут выкрутил и тут. Выставляешь хорошо локоть, заводишь кисть, хорошо предплечье работает. А вот смотри, вот тут ты садиться ногами садишься, видишь, как на стол. Назад как-то выпрыгивает, да? Ну или на месте. Вот нет движения на мяч ног. Вперед нету. Да, то есть надо подсказать вот, вот это движение строить тебе от ног. Понимаешь, то есть получается, ты сесть сел, а надо еще ногами, тогда он пойдет мощнее и траекторнее. Смотри, тут посмотри. Видишь, чуть-чуть так как бы подпрыгиваешь. Видишь? Да. А надо чуть-чуть вот туда на носочки чуть расти. И бананчик тоже, вот смотри, ты увел. Увел, тоже, да? Тоже движение ног. Да, и надо поднимать ногами тоже наверх чуть-чуть. Видишь, вот тут. Ну, рука хорошо. Так. И чуть-чуть смотри на банане, ракетку ставишь близко к мячу. Кисть саму. Чуть-чуть ее больше туда назад, как бы, к животу. Угу. То есть не вот, смотри, не к мячу, а чуть-чуть. Я понял, да. Ближе к корпусу. Ближе к корпусу. Чтоб разгон был, да, чтоб предплечье побольше работало. Потом посмотрим. Ну, сейчас с этой точки. Ну так. В принципе, вот ноги, смотри, движение на мяч ногами. Вот, видишь, стоят? Вот тут видно. Угу. Так как бы чуть-чуть такой какой-то подпрыжочек делаешь. А надо чуть-чуть вырасти тогда. Вот как будто ты там мяч, например, метаешь, да? Вот не хватает, прям видно. То есть, видишь, надо ногами вот как вырасти с мячом. Вот. А они у тебя пока, видишь, остаются согнуты. Вот. Начнешь ногами вырастать, вот как я тебе показал. Да, да. Вот. Будет хорошо. Вот. Будет хорошо. А так, рука очень хорошо ходит. Мы когда-то с тобой руку поставили, видишь? А, ну и накладки тебе, да, вот эти, налево, получалось, мы поставили Blue Storm Z2. Да. Ракетка Corbel SK7, у Юры старая еще. В каком-то году покупал ракетку? В 15-м, по-моему. В 15-м. А направо Blue Storm Pro, да. Вот, такие вот у нас накладочки получились, и он цепляет мяч. Последний хороший траекторно накрутил.